Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Елена. Мы с вами находимся в Малайзии, город Куала-Лумпур. Я хочу пригласить вас прогуляться по этому замечательному городу вместе со мной. Надеюсь, вам понравится. Населения, да, в городах России, там. Вот, в Куала-Лумпуре 6,5 миллионов, по 2,5 миллиона приезжало на праздник Тетусан. Пещеры были оцеплены в радиусе 3 километров, там было не подъехать фактически. Вот, сейчас уже все устаканилось, то есть мы уже спокойно туда поедем. А, пещеры старые, возраст известняка, который вы сейчас увидите, ему 400 миллионов лет, то есть здесь горы все старые, здесь нету скал, вот эти все горные гряда Титиван, так как здесь нету. Сбоку так не видно. Проекты, и до 2020 года они ждут увеличения до 10 миллионов жителей. То есть 10 миллионов, это уже реально, вот правительство там все подготовит. Сейчас проект метро нового уже строится, осуществляется, там новые кварталы, новые там. Метрополитена вы видели, Москва, да, на карте на вашей? Вот первое метро здесь появилось в 1996 году. Это была ветка, вот, которая Джалал-Ампам, старая, с машинистом. Вот этот монорельс появился в 2003 году, а новая без машиниста ветка поменялась в 2005 году. И вот вы видели метрополитен, там около 60 станций.
И сейчас в этот проект, который вы видели на видеоролике, там 31 станция, разрешено 4 супруги, да, у мусульман. Но вот сами малайцы, мусульмане, они 4 жены никогда не имеют. Даже король, вот сейчас страной управляет король, ему 88 лет, у него всего одна супруга. Только когда первая жена у него была при смерти, ей было 88 лет, она заболела сильно тоже, но его ровесница, она умирала там, 80 лет был. Она нашла ему помоложе, 60-летнюю жену, и когда она ушла, он остался уже с более молодой же супругой. Поэтому вот если здесь индусы, мусульмане, да, как бы, вот, которые местные, это или арабы, они старее нет. Ну и вы будете жить на границе как бы нового города и старого. У вас там недалеко будет Чайна-таун, вот, это вот старый Куала-Лумпур, да, там и центральный базар там находится. А в другой стороне это Букит-Бинтанг, это современный город, где самые современные там эти бутики всякие, да, увеселительные учреждения. Все, на дискотеку ночью пойдем сегодня все? Пойдем, да?